Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники. Впереди апрель, на дворе капель, а в душе, конечно, свирель. Очень хочется, наверное, каждому из нас уже ярких красок, первой зелени в саду, и чтобы все наши многолетники хорошо перезимовали и порадовали ярким бурным цветением. Но сейчас, на мой взгляд, самое время подумать о чем-то новом. То, что мы можем посадить в саду, современное, а может быть необыкновенное. Я предлагаю обратить внимание на рододендроны. Кустарник, конечно, непростой, но цветение восхитительное. Сегодня я вас хочу познакомить с замечательным кустарником под названием рододендрон. Это вечно зеленый кустарник, отличающийся от других кустарников тем, что у него на зиму листовая пластинка не опадает. Соответственно, под зиму уходит в таком виде, в каком мы его наблюдаем весь сезон. Цветение у него начинается с конца мая, цветет разными соцветиями. На данном участке представлены только розовые соцветия. Зимостойкость у этого кустарника довольно-таки высокая, но все зависит от качества материала, который вы приобрели. На зиму это растение пришпиливается. Каким образом? Побеги нового года опускаются над уровнем земли и шпильками 40-30 сантиметров пришпиливаются. Соответственно, укрытие не требуется, а только снежный покров, то есть то, что нам даст природа в зимний период времени. Уход, полив и удобрять 2 раза в неделю быстрорастворимыми микро-макроэлементами. Место расположения, если это будет чисто зеленая листовая пластиночка, соответственно, на солнечное место. Если, как вот здесь далее представлен кустарник с варигатной формой, то он будет вносить тоже и полутень. Поражение болезнями практически не наблюдается. Но при выращивании обратите внимание, что этому кустарнику требуется кислая почва. Соответственно, приобретая его, дополнительно нужно прочитать литературу. Данный кустарник рододендрон размножается посевом семян или черенкованием, но это очень кропотливая работа, доступна не каждому садоводу-любителю, только опытникам. Так что приобретайте уже готовые саженцы, пусть они вас радуют, вы наслаждаетесь их ярким цветением весенним и то, что этот кустарник всю зиму будет у вас с листом. Несмотря на то, что при выращивании этот кустарник очень требовательный, при покупке дорогостоящий, стоит его иметь в вашем саду, и он каждую весну будет вас радовать своими яркими, насыщенными цветами. Интернет-магазин «Удачный сад. Семена и саженцы для северного сада». На дачных участках еще очень много снега. И, пожалуйста, не пропустите время, побольше набросайте его на тепличные грядки. От этого зависит наш с вами урожай. Сами знаете, времена на дворе очень сложные. Перспективы на ближайшее время не самые радужные, поэтому вся надежда на свои ягоды и овощи. В теплице мы с вами вырастим однозначно побольше. А кроме того, начнем собирать урожай пораньше, а закончим попозже. Поэтому выгода бесспорна. Спонсор рубрики – завод теплиц «Польза». Уютный дом для ваших полезных овощей. Уж сколько раз, уважаемые дачники, садоводы и огородники, мы с вами говорили о теплицах, выбирая самую лучшую для своего участка, ту, которую принесет нам пользу, максимальную пользу. Казалось бы, оговорили все моменты, а нет.
темы неисследованные еще есть. И с вопросом, какая же теплица должна быть на нашем участке, я обращаюсь к нашему эксперту Владимиру Стрельцову. Татьяна Васильевна, мы с вами в первой передаче выяснили, что лучшая теплица – это та, которая радует садовода, радует его близких, в которой они выращивают вкусные, полезные овощи. Теплица, которая украшает участок садовода и служит долго. Вот сегодня у нас с вами здесь есть много самых разных каркасов, скажем так. А прежде на дачных участках были каркасы с домиком, грибком, а у вас они все полукруглые. Наверное, это оптимальный вариант для сегодняшних дачников и огородников. Высокая популярность арочных теплиц обусловлена их низкой стоимостью и высокой надежностью при сохранении потребительских качеств. Среди арочных теплиц наибольшую распространенность у садоводов получили теплицы шириной 3 метра. Длину такой теплицы садоводы выбирают, исходя из своей потребности и размеров садового участка. На данной выставке представлено 4 вида теплиц шириной 3 метра. Они отличаются по степени прочности дуг и видам соединения элементов каркаса. Особенностью стандартной теплицы является то, что она изготовлена из трубы с сечением 20 на 20 мм. Элементы каркаса этой теплицы соединены болтовыми оцинкованными хомутами, которые прочнее и надежнее сварки. А разомкнутые дуги обеспечивают ее удобство ее транспортировки и хранения. Двери и форточки, расположенные в торцах и в тоннеле теплицы, позволяют садоводу проветривать свои любимые овощи тогда, когда это необходимо. Технические характеристики, правила сборки и эксплуатации подробно представлены в инструкции, которая прилагается к каждой теплице. Это усиленная модификация нашей теплицы. Ее дуги изготовлены из трубы с сечением 30 на 20 мм. За счет этого теплица приобретает повышенную устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам и прослужит не одному поколению садоводов. Это еще один вариант теплицы шириной 3 метра. Его особенностью является то, что дуги данной теплицы цельные. Некоторые садоводы сомневаются в прочности разомкнутых дуг, поэтому мы им предлагаем данный вариант теплицы. Хотя, по нашему мнению, ее прочностные характеристики такие же, как у теплицы с разомкнутыми дугами. Элементы каркаса данной теплицы соединены через закладные, которые приварены к дугам. Честно говоря, данная теплица стоит несколько дороже, хотя дополнительных преимуществ садоводу она не дает. Среди трехметровых теплиц наиболее популярная длина 6 метров. Эта теплица оптимально подходит для наших участков. Наряду с трехметровыми теплицами некоторые садоводы также используют теплицы шириной 2 и 4 метров. Такие теплицы позволяют им решать специфические задачи. А именно, теплица шириной 2 метра применяется тогда, когда садоводу необходимо выращивать один вид культур, когда он использует ее в качестве замены парнику, когда он ограничен в территории своего садового участка. Иногда двухметровую теплицу устанавливают в качестве второй теплицы на участке. Ее особенностью является то, что она изготовлена из трубы сечением 20 на 20 мм. Боковая стенка имеет значительную прямую часть, а за счет более или меньшего радиуса данной теплицы она выдерживает повышенную снеговую и ветровую нагрузку. За мной расположена теплица шириной 4 метра. Данную теплицу используют продвинутые садоводы, потому что она позволяет им более комфортно работать. Также такую теплицу устанавливают те, кто хотят придать солидность своему участку. Дуги 4-метровой теплицы изготовлены из трубы с сечением 30 на 20 мм. В отличие от других теплиц, где расстояние между дугами 1 метр, у 4-метровой теплицы расстояние между дугами составляет 67 сантиметров, что придает теплице повышенную конструкционную жесткость. Элементы каркаса этой теплицы соединены болтовыми оцинкованными зажимами, а высота ее составляет 2 метра 40 сантиметров, что обеспечивает овощным культурам повышенный комфорт.
Еще одним преимуществом 4-метровой теплицы является то, что ее можно использовать в качестве навеса для бассейна. Тогда в нем будет всегда тепло и чисто. Цикл наших передач о теплицах мы начинали с воспоминаний о парниках, а нынешний он такой красивый. Именно так выглядят современные парники, покрытые поликарбонатом, изготовленные из трубы сечением 20 на 20 мм, покрытые полимерной краской, соединенные болтовыми оцинкованными зажимами. С таким парником воспоминания наших детей о дачном участке будут самые светлые и теплые. Ширина парника составляет 1 метр, а его длина 4 метра. Ну, во всяком случае, достаточно площади для того, чтобы вырастить хороший урожай. Вы знаете, каждая встреча по поводу теплицы лично для меня некоторое количество открытий. Я надеюсь, что и для вас тоже. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, тщательно выбирайте теплицу для своего участка, чтобы она принесла вам максимальную пользу. Завод «Теплиц Польза» предлагает широкий выбор теплиц и парников по доступным ценам при отличном качестве. Купите уютный дом для ваших полезных овощей по адресам: улица Трактовая, 18Б/А, улица Рабочая, 2А/4, бизнес-центр «Премьер», офис 509А, телефон 260-900. Теплица «Польза» в рассрочку без переплаты. Звоните 260-900. Мудрые люди недавно подметили, что с нашими ценами на продукты историю про кашу из топора можно рассматривать как рецепт. Действительно, к наваристому топоринному бульону добавляем картошку, морковку, капусту, лук, укроп со своего огорода, и можно уплетать за обе щеки. Главное, все это вырастить без потерь. Спонсор рубрики «Сеть удачных магазинов». Здравствуйте, уважаемые садоводы! Любая ошибка в выращивании рассады может привести к значительным потерям урожая. Поэтому очень обидно, когда мы вкладываем много сил, средств и времени, а результат небольшой. Итак, давайте посмотрим. Вот этот огурец Эдванс мне очень нравится. Он очень урожайный гибрид и всегда дает действительно хороший урожай. Я несколько недель назад начала эксперимент вот с этим гибридом и создавала различные условия при выращивании рассады, чтобы посмотреть, какие условия являются определяющими и самыми важными. Итак, семена были высажены в одну почву в одно время, и вы видите вот сейчас рассаду этого огурца. Семена дали хорошие ростки, как я говорила, почва была отличной. Еще было досвечивание, каждый день проводилось от светодиодной лампы. И видите, что рассада развивается хорошо. Но рассада развивается по-разному. В чем причина? Давайте посмотрим. Вот этот огурец был подкормлен органоминеральным удобрением. А этот огурец использовал удобрения, которые были в почве, но ему недостаточно. После того, как выходят настоящие листики, рассада нуждается в дополнительном питании. На этом растении я испытывала новое органоминеральное удобрение. Органоминеральное удобрение «Надежда рассада» имеет азот, который дал хорошую зеленую массу, фосфор, органический фосфор, который на корень хорошо работает, а значит и плодоношение вот этого растения будет своевременным. Калий тоже в доступной форме. Калий передвигает питательные вещества из почвы ко всем органам растения. А также здесь есть микроэлементы, и все это в хелатной форме. Очень важно, что это удобрение разработано нашими сибирскими учеными. В течение нескольких лет проводились полевые испытания. Формула постоянно улучшалась. И сегодня это удобрение одно из самых эффективных. И еще удобрение это экономное. Из такой бутылочки вы получите 50 литров готового питательного раствора. Уважаемые садоводы, вы сейчас высаживаете саженцы декоративных кустарников, а также и плодовые будете высаживать. Используйте «Надежду рассаду» для подкормки саженцев, и ваши саженцы будут хорошо укореняться.
у цветоводов в этом году большой интерес к рододендронам. Хорошие саженцы в продаже. И я здесь тоже провела эксперимент. После высадки через неделю подкормила удобрением «Надежда рассада». И видите результат? Растение намного быстрее стало развиваться. Растение хорошо укореняется, а значит и развиваться оно будет хорошо в течение сезона. И это значит, оно хорошо перезимует. Уважаемые садоводы, «Надежда рассада» позволит вам выращивать крепкую здоровую рассаду и крепкие здоровые саженцы. Я желаю вам большого урожая, красивого сада и, как всегда, удачи! Говорят, здоров буду и денег добуду. Дачниками это истина проверена на практике. Магазин «Удачный сад» в микрорайоне «Союз» приготовил новинки селекции для владельцев собственных соток. Органическое земледелие, биологические, качественные и безопасные препараты, эргономичные инструменты помогают нам трудиться меньше, а выращивать больше. И самое главное, исключительно здоровые, полезные овощи. Для своих любимых садоводов и огородников «Удачный сад» тщательно подбирал роскошную коллекцию декоративных кустарников и цветов со всего мира. Живите красиво! Удачный сад – это все для вашей загородной жизни. Как известно, здоровье купить нельзя, а сохранить и приумножить можно, выращивая свое. И не болейте, желает вам магазин «Удачный сад». Весь ассортимент товаров в сети удачных магазинов вы сможете приобрести по адресам: Удачный на Гоголя, улица Терешкова, 21, Удачный на Трактовой, улица Трактовая, 5А, Удачный сад на Депутатской, улица Депутатская, 47, Удачный сад на Плотине, улица Безбокова, 8, Удачный сад в Союзе, улица Юрия Тена, 23, Удачный сад на Валенина, улица Роза Люксембург, 182/2. Телефон оптовых продаж 500-798. Работает интернет-магазин www.udachmag.ru. Ну вот весна, весна красна, и многим будет не до сна. Для нас, друзья, сезонный хоровод. Навоз, рассада, огород. Но это чуть позже. А пока наша главная песня про семена. Спонсор рубрики – фирма «Среди цветов». Здравствуйте, дорогие дачники! Меня зовут Елизаров Олег, и много лет я занимаюсь уже селекцией овощных культур. Сегодня наша речь пойдет об огурце. Щелкунчик отличается своей скороспелостью, прекрасно может расти как в открытом грунте, так и в пленочной теплице, как с подвязыванием, так и можно выращивать в растил. Огурец не крупный, до 11-13 сантиметров, в одном узле формируется до 2-3 завязей, крупнобугорчатые, белошипые, прекрасно и консервируются, и режется в салат. В конце марта или в середине месяца, как правило, садоводы и огородники начинают готовить рассаду томатов. Честно говоря, крепкая, мощная, та, которая даст богатый урожай, получается далеко не у всех. Хотя составляющие успеха можно разложить всего на две ситуации. Первая ситуация – это качественные, проверенные семена или те семена, о которых вы хорошо уже знаете. Ну и второй вариант – это, конечно, земля, в которую мы будем сеять эти семена. Давайте рассмотрим один из вариантов – BM биогрунт для томатов. Он изготовлен с добавлением биогумуса из навоза опилок, отрубей, кормовой муки животного происхождения и еще с добавлением сапропеля, глины, песка и торфа. Кроме того, здесь оптимально сбалансировано содержание элементов питания – азот, фосфор, калий. А еще повышает всхожесть семян, оздоравливает растения, увеличивает их приживаемость, но самое главное, увеличит ваш будущий урожай. Сегодня мы с вами уже поговорили об одном из интересных сортов огурцов. А я хочу обратить ваше внимание на вот этот огурчик, который называется «Экипаж». В чем его особенности? Ну, во-первых, стабильно плодоносит при любых условиях выращивания. Ранний спелый для пленочных теплиц и открытого грунта. От периода всхода до сбора урожая проходит в среднем 42 дня.
Этот огурец устойчив к вирусам и болезням, хорош в свежем виде и для засолки. А еще этот огурец даже при весьма среднем уходе не образует кривых и некрасивых плодов. А называется этот огурец, напомню, экипаж. Гоголя 2. Адрес нового садового центра. Кстати, уже 9-го от фирмы «Среди цветов». И покупателей здесь немало, особенно до 12 часов, когда действует скидка в 10%. Хотите сэкономить? Отправляйтесь в садовые центры «Среди цветов» по утрам. Кроме огромного выбора любых овощных семян, именно здесь можно купить нечто редко уникальное. Душицу, валериану, анис, катран, табак, майоран, базилик с лимонным ароматом, баклажан со вкусом грибов, а цветы россыпи на любой вкус. Только петунии 80 сортов, 30 виолы. Здесь я нашла красавицу гвоздику травянку, цветные тысячелистники, лаванду и розмарин. Для вас весь спектр удобрений, 4 десятка видов грунтов, почвенных смесей, в том числе и последние новинки. Всего не перечесть. Приходите, смотрите сами. Гоголя 2. Весь ассортимент фирмы «Среди цветов» вы сможете купить по адресам: Садовый центр на улице Декабрьских Событий, 65, Садовый центр на улице Рабочего штаба, 30А, остановка «Кедр» напротив АЗС, рынок «Мельниковский павильон 103» на улице Березовая роща, 64Б, рынок «Ушаковский павильон 105А» на улице Рабочая, Садовый центр на улице Мухиной, 1/1, остановка Мухины, рынок «Волжский павильон 66А» на улице Волжская, 14А, рынок «Парус павильон 183» на улице Трактовая, 35А, Садовый центр в городе Шелехове, 4 квартал, 5. И напоследок, уважаемые дачники, садоводы и огородники, традиционное пожелание, но в небольшой притче. «Знаешь, в чем секрет счастья?» – спрашивает старик. «Нет, и в чем же?» Он говорит: «Дело в том, что у каждого из нас на затылке сидит нужда, а на носу – удача. Если голову опустить вниз, то нужда пересилит и скинет с носа удачу. А если встать утром, поднять нос вверх, то удача пересилит и скинет нужду с затылка. Нос повыше, и все будет хорошо. До свидания!»